Всем большой привет! Сегодня у нас 27 ноября. Такой солнечный денек. Немного облака плывут, но в основном солнце. И мы сегодня идем на рыбалку, на озеро. Сейчас мы переходим реку Суру. И туда идем на озеро. До него километров 5. Будем заниматься подледным ловом рыбы. Здесь вот на Суре у нас лед уже установился. Он уже прочный. Ходить можно смело. И мы сейчас идем на озеро. Форсируем реку. На Суре мы тоже порыбачим. Налим нас ждет. Вот. Идем. Прибыли на озеро. Озеро Промзюк. Называется оно так. Там вот у нас сосновый бор. А деревня у нас вон там. Сейчас будем рыбачить. Рыбачить мы будем на ротана. Такая зверская рыба. Ротан. Сейчас мы его будем... Ну вот мы снова на озере. На Промзюке. Подходим к нашему месту, где мы рыбачили вчера. И сейчас продолжим лов ротана. Луночки у нас подзамерзли. Опять мороз был за 20 ночью. Сейчас мы их будем приводить в порядок. Рыбачим мы на сало. Ротан очень любит сало. Обычное сало, не соленое. Насаживаем. И забрасываем. Оп! Первый есть. Вот он какой хороший ротанчик. Первый есть. Продолжаем рыбачить. Тут у нас все закинуто. А здесь вот начинается сосновый бор на пригорке. А внизу здесь дуб растет, ольха, такие вот деревья. Сейчас в горку зайдем.
Тут вот начинается сосновый бор. Здесь вот такие окрестности. Село наше вон там. Клюет пока слабовато, а мы пока разожжем костерок. Сейчас мы приготовим очень вкусный обед. На костре. Это у нас будет жареное на костре сало с хлебом и с чаем. Иван-чай и шиповник. Сало я взял соленое. Капает жирок. Горяченькие. Вот он, хороший какой, а? Ротанчик. Оп. Вот он. Какой хорошенький. Ротан. Ротан хороший. О, есть.
нашел тут сеть браконьерскую. Вот она, прям на берегу лежала, вся часть вмерзла, часть так. Весной воды будет много, и в нее может запутаться рыба и погибнуть. Поэтому мы ее сжигаем. Вот. Так будет лучше. Ну вот, готово. Какой-то такой ветер нехороший. Смена погоды, что ли, грядет. И клюет плохо. Очень плохо клюет. 5 штук я поймал небольших ротанов. И что-то... И даже плохо клевало, а теперь вообще совсем перестало клевать. Ну, время уже ближе к вечеру. Буду сейчас собираться домой. Нам еще идти далеко. Такая вот рыбалочка. Но я думаю, еще мы сходим, порыбачим. Вот какой лед прозрачный. На коньках здесь кататься можно. Красота. Вот, еще мы порыбачим. Я думаю. И обязательно снимем видео по рыбалке. Еще одно видео, а может и не одно. Вот, сейчас буду сматывать удочки. Вот. Ну, в конце концов. Главное — отдых, общение с природой, обед на костре. Это замечательно, замечательный отдых. Ну а клев есть, нет, что же, это уже второстепенное такое дело. Коту кучки наловили, и то хорошо. Вот, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, будет у нас очень много интересного всего. Жмите колокольчик обязательно. Тогда новые видео будут сразу приходить к вам в оповещениях. Вот. Ну, будем собираться. Всем пока, до встречи.